масло. Какой это дизельное, ой, фу, масло, Эликс или Шаунехер? Полусинтетик, Эникс, полусинтетик же ты говорил. Да, ну, она говорит, какое название? Эникс или полу какой-то, шнекер какой-то? Да ёб твою мать, их два разновидности, блядь. И тебя спрашивают, Эникс и полушнекер, блядь. Она мне спрашивает, откуда знаю. Я тебе куплю, потом намешаешь, вообще не поедет. Какой у тебя? Иди посмотри на банке, Эникс или какой там у тебя? Шаунехерс. Ну и какой мне брать прикажешь? Они одинаково стоят. Ну, два названия, я ж тебе... Ну, два названия, вот, она меня спрашивает, а то, говорит, смешаете, не понять, что будет. А Вика, иди покупай, ну и нахуй, что купишь? На, пол.